День России, молодежь из общественного движения «Новый рубеж» и партийцы из политического объединения с патриотичным названием «Родина» решили отметить автопробегом. С ветерком Полежневской текстильщиков и строителей промчались дорогие иномарки и отечественные авто. Каждую из 14 машин активисты и политики украсили партийной символикой и российским триколором. Остальные участники дорожного движения к акции отнеслись равнодушно. Идея отмечать праздники автопробегом не нова и давно освоена представителями других парламентских партий. Хотя, уверили нас активисты, странный праздник «День России» должен и отмечаться соответствующе. На самом деле я неоднозначно отношусь к этому празднику. Его называют «День независимости». Независимости от чего? Независимости русских от своей родовой территории, которой Россия лишилась именно в начале 90-х. Что мы этим символизируем? Единство поколений, преемственность поколений, которые вместе выходят на этот автопробег. Сегодня представители разных возрастов, разных общественных организаций, политических партий выезжают вместе. Россия показывает свою силу, Россия показывает единство своих рядов. Я думаю, вместе мы победим.